В Кокшетау произведен ремонт всех государственных детских садов. На капитальный ремонт 4 из них из областного бюджета выделено 25 миллионов тенге. Обновлены крыши и ограждения. Подробности смотрите в сюжете. В этом году за счет областного бюджета проведен текущий ремонт детских садов Хуаныш, Мирас, Айгерим и Еркемай. В дошкольном образовательном учреждении Айгерим установлено видеонаблюдение. Приобретены спальные кровати, шкафы, шторы, ковры, бытовая техника. На сегодняшний день ремонт завершен. В 2023 году управлением образования Акмолинской области в январе месяце были выделены денежные средства на проведение текущих ремонтов в детских садах Куаныш, Мирас, Айгерим и Еркемай на общую сумму 25 миллионов тенге. На данный момент в трех детских садах Айгерим, Мирас и Еркемай ремонтные работы выполнены на 100%. Детский сад Куаныш на стадии завершения 50% ремонта закончено, и в ближайший период времени должен закончиться ремонт по обновлению электросистемы. Также в этом году запланировано приобретение мебели в детские сады, книг, игрушек для развития детей. И в настоящее время детскими садами города Кокшетау закупаются данные материалы. Детский сад Айгерим приобрел мебель. В ясли-саду Куаныш сейчас воспитываются около 250 детей. По словам руководителя учреждения, на полную замену электросети в детском саду товарищество «Султан Групп» выиграло тендер. Однако ремонтные работы еще не завершены, поскольку подрядчики начали свою работу позже установленного времени. У нас идет ремонт электрической системы. Он должен был начаться 1 июня и закончиться 30-го. Но кустанайские подрядчики начали работу очень поздно, 26 июня. Работы до сих пор ведутся. Провода в музыкальном зале и продуктовом блоке еще заменяются. Наружное освещение еще не установлено. Однако мы планируем открыть детский сад 17 числа по неоднократным просьбам многих родителей. В здании детского сада «Мирас» проведен косметический ремонт и обновлено внешнее ограждение. Ремонтные работы в яслях проводились в период с 5 по 15 июня. Учреждение возобновило свою работу с 17 июня. Наш ясли-сад работает с 2017 года. У нас есть места для 240 детей. Работает 11 групп. В этом году летом у нас был косметический ремонт. Мы провели побелку и уборку. С 10 по 31 мая 2023 года проведена замена забора. Это сделало товарищество «Эконом-проминдустрия». На эти работы выделено 2 миллиона 570 тысяч тенге. В настоящее время мы уже принимаем детей. В 2025 году детский сад Хуаныш отметит 50-летний юбилей. В связи с этим при поддержке городского отдела образования планируется провести капитальный ремонт крыши ясли сада с заменой системы отопления и водоснабжения. Кайрибек Тулигенов, Акмарал Кусаинов, Журсуна Мырзах, Алишер Шакубаев, Кокшетау Акпарат.